Расследование импичмента может раскрыть коррупцию в семье Байденов и роль федералов в нем. Увелики слишком убедительны для Министерства юстиции и ФБР, пришло время начать расследование импичмента. На прошлой неделе в наша страна прошла переломный момент. Доказательства коррупции Джо Байдена во время его пребывания на посту вице-президента теперь настолько убедительные, а последствия настолько серьезные, что э, разрозненных расследований, ведущихся в Палате представителей Сенате, уже недостаточно. Также нельзя доверять Министерству юстиции и ФБР даже под эгидой специального прокурора. Надзор за расследованием, учитывая неопромержимые доказательства того, что они препятствовали расследованию дела семьи Байденов, остается только один вариант, который может донести правду и прозрачность до американской общественности. И это расследование в Конгрессе, которое откроет нам информацию не только на Джо Байдена, собственно, но и на генерального прокурора Малика Гарланда, Прокурору США Дэвида Вайса, директора ФБР Кристофера Рея. Их взаимосвязях в коррупционных схемах Расследование не означает, что импичмент обязательно последует кому-то либо из перечисленных лиц. Скорее всего, расследование может даже не выявить каких-то либо правомочных действий, по крайней мере, не заслуживающих импичмента. тут же еще и медиа, лоббирующие демпартии, будут цензурировать информацию и задавать ее направление. Но после разоблачения на прошлой неделе и более взрывоопасных подробностей, которые раскрыты за последние несколько дней, улики теперь уже слишком весомы. Доказательства сыпятся из различных комитетов палаты представителей и офисов различных членов Конгресса, в то время как Министерство юстиции и ФБР затягивают доказательства, заминают их, делают расплывчатые и вводящие в заблуждение заявления. Давайте посмотрим сюжет помимо вмешательства в надзор Конгресса и задержки прозрачного отчета для американцев, необходимое расследование участвует как Министерство юстиции, ФБР, главы обоих агентств и как минимум один американский прокурор. Таким образом, контроль генерального прокурора над назначением любого специального адвоката создает неприемлемый конфликт интересов. Неопровержимые доказательства, а за последнюю неделю наша страна узнала не только о том, что заслуживающие доверие конфиденциальный источник CHS сообщил, что тогдашний вице-президент Байден был вовлечен в схему на а 10 миллионов долларов для защиты буризма. но и в частности сообщения были подтверждены в том числе куратором CHS. Резюме отчета CHS, опубликованным сенатором Чаком Грасли, штат Айова в прошлую среду, также подтверждает, что основатель буризма Николай Злачевский прямо упомянул увольнение генерального прокурора Виктора Шокина в своих обсуждениях взятки, уплаченной Джо Байденом. Эта деталь очень важна, потому что Байден ранее хвастался, что он подтолкнул Украину к увольнению Шокина, пригрозив отказать в помощи США. Затем буквально вчера появились новости о том, что бывший деловой партнер Хантера Байдена, член правления Бурисма Дивон Арчер, был готов дать показания перед палатой представителей о том, что Хантер Байден звонил своему отцу по телефону с деловыми партнерами по крайней мере две дюжины раз, пока Джо Байден был вице-президентом. Республиканцы в Конгрессе представляют направление Миньюста США на заведомо до 10 уголовных дел против Хантера Байдена. Его будут обвинять в целом спектре преступлений, отмывание денег, рэкет с вспомогательством денег украинской бури мошенничество мошенничества и секс-торговли проститутками, кого Хантер возил из штата в штат. Сам Хантер прячется в элитном особняке своего адвоката в Малибу сейчас. В Конгрессе делает ставку на предстоящие слушания с участием экс-партнера Хантера по имени Девон Арчер, с кем они натворили дел в Украине. Арчер готов рассказать всю подноготную того, как Байден старше вместе с Хантером получали взятки от украинцев в 10 миллионов долларов. Особое внимание Конгресс уделит и художествам Хантера Байдена. Берут их в основном анонимные покупатели. И в этом уже давно усмотрели схему незаконного лоббиста. Одним из активных покупателей картин Хантера стала Элизабет Нафтали, крупный спонсор Демпартии. Она накупила творчество сына Байдена сразу на 1,3 миллиона долларов, а затем вытвица в совпадение, Получила престижный в культурной среде пост главы комиссии по сохранению американского наследия за рубежом. Еще один покупатель художеств Хантера мог быть экс-мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсети. Он таким образом пытался заполучить какую-нибудь должность в администрации Байдена. В итоге его сделали послом в Индии. Это много объясняет в том, почему отношения с. США и Индии сейчас складываются так тяжело, если человек с нулевым дипломатическим опытом работает в Нью-Дели американским послом, просто купив себе эту должность. Лоббисты и аппаратчики усвоили правила игры. Просто покупаешь картины Хантера за очевидно завышенный ценник и получаешь себе преференции. Впрочем, всякая схема рано или поздно заканчивается. Байдену теперь грозят процедуры импичмента в Конгрессе. А Трамп и вовсе уже называет Байдена скомпрометированным президентом и обвиняет его в том, что из-за своей коррупции Байден испускает военный арсенал США, но Украинском фронте и обещает в случае победы на выборах заставит Минью завести против семейства Байденов уголовные дела. Скомпрометированное Министерство юстиции и ФБР, несмотря на наличие фактов, одновременно устанавливает, что Министерство юстиции и ФБР не могут вести расследование коррупции в семье Байденов. В прошлой неделе два разоблачителя АРС сообщили, что не только Министерство юстиции и ФБР помешали ему знать, но также скрыли часть материала на ноутбуке Хантера Байдена, которая была скрыта от разоблачителей. Один осведомитель также предположил, что детали изложенные в ноутбуке, подтверждающие другие доказательства, собранные специальными агентами АРС в ходе расследования. Американцы также узнали, что прокуратура Делавера, штаб-квартира ФБР не позволяли агентам АРС отслеживать какие-либо следственные версии, которые могли бы иметь отношение к Джо Байдену. Агентам также было запрещено допрашивать соответствующих свидетелей, выполнять соответствующие ордера на обыск и задавать любые вопросы о Джо Байдене или даже спрашивать о папе или большом парне. Кроме того, другой осведомитель заявил, что штаб-квартира ФБР БР ложно заклеймило доказательства о семье Байденов как дезинформацию и иным образом старалась вмешиваться в расследование. Особенно показательным было время одного из этих телефонных звонков вечером 4 декабря 2015 года, когда Вадим Пожарский, один из руководителей Борисма, позвонил, чтобы спросить, где же они, потому что владельцу Борисма Николая Злочевского нужно было срочно поговорить с Хантером телефонный звонок совпадал с перепиской по электронной почте с участием Хантера Байдена, Авчера, Пожарского и других, которая, как сообщается, была извлечена из ноутбука Хантера Байдена, в котором обсуждались вопросы, заданные The New York Times относительно расследования коррупции, связанных с буризмом. В дополнение к этому уже непровержимым доказательствам причастности семьи Байдена к крупному скандалу со взятками, подтвержденные банковскими записями, с указанием выплатов миллионов отмытых денег различным членам семьи Байдена, включая его брата и прочих, сведениям, содержащихся на ноутбуке Хантера Байдена и подтверждением бывшего делового партнера Хантера Байдена Тони Бублинский. Эти новые факты переломили ситуацию в корне. Но сейчас, заметьте, до последнего журналистами игнорируются, а, вот, захваченные журналистами и демократами СМИ, социальные платформы, даже такие железные факты будут игнорироваться и дальше. Доказательства также указывают на то, что Гарланд солгал Конгрессу, когда он свидетельствовал о том, что прокурор США Вайс имел полномочия выдвигать обвинения против Хантера Байдена в округах и за пределами Делавэй. Вайс ввел Конгресс в заблуждение относительно этих полномочий, которыми он обладал, и после того помешали ему возбуждать уголовные дела против Хантера Байдена. Отдельно на прошлой неделе Палата представителей сообщила, что после того, как The New York Post опубликовала статью о доказательствах коррупции в семье Байденов, извлеченных из брошенного ноутбука Хантера, Агент ФБР подтвердил в Твиттер, что ноутбук все-таки настоящий, и это несмотря на все заявления, которые до этого последовали. Однако, когда позже Facebook спросил ФБР, был ли ноутбук настоящим или дезинформат, ФБР необъяснимым образом ответила без комментариев. Эти факты еще больше указывают на причастность ФБР к усилиям по защите Джо Байдена. Неопровержимые доказательства теперь делают возможным не доверять Министерству юстиции и ФБР проведение любого расследования в отношении семьи Байденов и правительственных чиновников, причастных к защите семьи Байденов, ну и, соответственно, с эстаблишмента Достаточно будет только широко, достаточно будет только расследование об импичменте Джо Байдена, Министерство юстиции, ФБР и высокопоставленные чиновники. Расследование об импичменте также позволит Конгрессу провести последовательно и скоординированное расследование, объединив доказательства и ресурсы Судебного комитета Палаты представителей, подкомитета по вооружениям, комитета по надзору, комитета по путям и средствам связи. Комитет палаты представителей по путям и средствам связи должен также разрешить тем, кто занимается расследованием импичмента, получать конфиденциальную информацию о налогоплательщиках, которые могли быть осведомительными, могли обсуждать со следователем то, что они обнаружили или помешать узнать, сенаторы-республиканцы также должны будут сотрудничать с расследованием импичмента, предоставив палате доказательства, а также свидетелей, собранных за последние несколько лет за исключением личности осведомителей, но не раскрывать их, или любых доказательств конфиденциальных, которых они потребовали заранее. Грасли и сенатор Рон Джонсон штат, из, из штата Висконсин раскрыли много важных деталей, но в той же мере в какой-то информации давала разоблачителям обещание, что эти, эту информацию необходимо выполнять. Надеюсь, однако, что разбиратели, перезаблачители Грасли согласятся обнародовать эту информацию, так как это сделал Джозеф Зиглер, отказавшись от своей частной жизни, и сделав себе мишенью для возмездия, тем самым опубликовав достоверную информацию, дав ей а, известность. Еще одно преимущество расследования импичмента заключается в том, что оно дает Байдену и другим uh, из эстаблишмента Демпартии возможность выступать в защиту себя. После того, как проводить расследование импичмента, услышал слова Льва Парнаса, бывшего украинского бизнесмена, который в прошлом году написал письмо в Комитет по надзору Палаты представителей, в котором утверждал, что расследование в отношении семьи Байдена следует прекратить, и заявил, что якобы нет на этом никаких доказательств того, что Джо или Хантер Байден вмешивались в украинскую политику нас который, как сообщается, помогал Руди Джулиане собирать унизительные доказательства против Джо Байдена в преддверии выборов 2020 года, должен иметь оправдательные доказательства, а может и не ими. Но в любом случае, Палата представителей должна рассматривать показания Парнаса, до чего ну, Палате не следует делать так, как он продолжает затягивать это расследование. Ведь эту информацию необходимо озвучивать уже сейчас. Улики слишком убедительны. Министерство юстиции, ФБР. Пришло время начать расследование импичмента. И э, здесь это может дать больше информации и для того, чтобы бороться с тем, что происходило, и вскрыть эту информацию, невзирая на то, что захваченные средства массовой информации от, от демпартий не будут его публиковать и будут давать нужное направление этой информации. Ну, ну в общем-то, мы можем стать свидетелями многих э, фактов и многих дополнительных дополнительной информации, которая может поменять. Э, исходы выборов 2024 года, на которые Джо Байден, в общем-то, собрался идти. В курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, о чем считают нужным вам рассказать. Тукец на Twitter. Используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов. Тукец на Rumble. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе того, что на самом деле происходит с вами. Ваша финансовая помощь нам необходима, чтобы компенсировать затраты на производство политических эфиров, инфоленты и авторских проектов. Поддерживая информационный ресурс без пропаганды и цензуры, вы боретесь с засилием политиков, лишающих нас свободы слова и превращающих наше общество в безмолвных рабов. Используйте PayPal, зелень, кофе, а также суперчат Rumble и Twitter.